А где твой топор? Ладно, ладно. Так, ладно. Я думаю, я доведу до 95% и пойду к главным босикам. А пока я буду добывать всяких пропавших роботов. Так, захватим с собой пару... Ёлки-палки, не падать. Раскитары и сервитора. Так, мы ловим робота. Так, три точки исследовать. Так. Офигеть. Так, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это минимум. Ладно, поехали. Так, изучить. Мы нашли данные, мы молодцы, едем дальше. Я сказал, едем. Живи, живи. Окей. Мы восстановили здоровье. Не битому сервитору. Оу, здравствуйте. Инициатива в минус. Все отлично, вперед. Ну, сейчас мы покараем всяких. Только как я поставил тяжелую гравипушку. Так. И чё я скажу? О, господи. Так, это будет жестоко. Вот что я скажу. Начать бой. Так, нам нужны данные. Начинаем сбор. Так, и гибна мы восполнять явно сейчас не будем. Так, следующий. Так, давай-ка мы вас попробуем исследовать разом троих. Так, потырить все. Так, ты кто? Ага. Я в кого-нибудь попадаю? Ну, в теории. Немного увеличим наши шансы на успешные боевые действия. Собственно, почему бы и нет? Потому что сейчас жахнет так, что только держись. Так, баррикадируемся как можем. Так, 2 метра.
А есть кого вообще в таком радиусе-то исследовать? Да, давай тебя. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Блин, а пальнуть-то не по кому. Что мешает? Мешает. Та байда. О, так, ты его так увидишь, да? Дэмэдж все равно прилетит. Дэмэдж прилетит, я бы даже сказал, весьма прилично с учетом их защиты от энергии, но... Но все равно давайте жахнем. Я хочу посмотреть, как оно выглядит. Вот это дева, да. Ауч. Ладно, та пушка работала лучше. Окей, ну а тебя мы почти добили. Контратака же это не вызовет? Нет, чудесно. В общем, та первая пушка меня порадовала больше. Ауч. Все. Тяжелая артиллерия уничтожена. Так, ладно, на ком там из вас был огнемет? Не, не имеет смысла. Окей, хорошо. А... 1-3, 1-2. Так, давай-ка так. Всех тех мастерцов останавливается все. Так, и соответственно, может, я убью? Не очень. Отлично. Вон, это считается за убью. Окей. Ауч. Так, хорошо. Ноль. Отложить. Ноль семь на три. Так, ну уже лучше. Ауч. Это уже более интересное явление. И к тому же я могу связать боем вот ту тушку.
Параллельно хилим сейчас. Окей. Так, 0, но ты будешь гореть. Так, а если я стану... Ага, 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 да, сейчас. Так, аж 10 раз. Так. Да-да, поглоти все. Спасибо. Так, это была хорошая идея. Так. Ладно, гори. Это больно. Четыре, шесть, сколько у тебя там брони? Семь. Офигеть. Так, до конца раунда мы еще как-то доживем, я думаю. Ух ты, возможности не было. Ну ладно. Или против танков это тупо не работает. Ну-ка. О, как удачно ты. Так, добить. Так, ладно, это был эпический фейл. Мы потеряли очень сурового мужика. Очень суровой пушкой. Да уж, по небронированной цели он, конечно... Стреляет жестко. А ну давай, два. Да чтоб тебя за ногу, а. Тебе придется идти топором бить в морду. Так, мы нашли кассету. Так, очистить. Минус 3 ОП. Ну ладно. Все равно они нам не так сильно сейчас нужны. Главный потребитель сдох. Так что все нормально. Пока что.
А мог закончить одним выстрелом. Ну ладно. Сканируйте или уничтожьте ксенотехнологию. Да как нефиг. Уфу. Так, давайте посмотрим. Как тебе понравится вот этот вот заряд? Так, это у нас что? Такое себе. Ага, а, точно. Стырить все. Проблема в том, как бы стать так, чтобы нескольких зацепить с этой плазменной дури. Ладно, не важно. Чудесно. Продолжаем его доводить до ручки. Оп. Так, значит, с ним хорошая броня от физики. А вот у него интересно. Но, судя по всему, тоже неплохая. Была. По крайней мере. Так, физурон, физурон, дофига физурона. Один, три. Вот, а пойду-ка я криптеку наваляю тогда. Здравствуйте. Ловите. Так, и... Ой-ой-ой, даже стырить нигде ничего, да? Ладно. Угу, так. Типично, конечно же. Главный источник энергетического урона помер, и теперь мы... Так, смогу я поставить еще один щит? Да. Чудно.
Вообще чудесно. Так, 4-6. Ну, давай на 5, а? Отлично. Что сканировать, сканировать-то и нечего. Давай тебе помощи отвесим. Никуда ты не пойдешь. Так. Так, ну это понятно, это вообще бесполезно. До туда дотянусь? Нет. Видно. Текаем. Я Вовок. Такс. Отложить. Что сейчас вы, батенька, у нас все-таки сдвинетесь. Так, я делаю сейчас это все и отсканировать и уничтожить. Что там еще приехало? Ё-моё. Так, ладно. Так, и очков нету. Ну ладно. Ты тут как самое опасное явление. Ауч. Большой там доджит как бог. Так. Да. Чудесно. Так, ладненько, давайте посмотрим, что у нас там.
Во-первых, лови. Во-вторых... Чё значит недосягаемости? Ты чё, вообще офигел? Так, кого мне надо вылечить? Себя и так могу. Да не особо некому. Ладно. Больно, однако. Хочу узнать, так это статы вас двоих физики. Типично. Так, тебе надо добить срочно. Стырить, наверное, негде, да? Видно, досадно. И вообще... Здравствуйте. Ладно, черт с тобой. Так, расстрелять. Так, добегу. Добегу. Так, лови. Так, ай... Пофиг. Вот так вот. Чтоб тебя за ногу, а? Так, лови, скотина. Долбанный бронированный скотин. Так. Ладно. Муха-ха. Чё, думал, так все просто? Так.
5-7. Ну давай. Ладно. Один, три, это то еще. Вот это получше. Так, стоп. А, во-первых, вот так. Во-вторых, держи. Неа. Фига себе, я его даже пробивать начал. Интересная пенка. А ну-ка. А не хочешь ли ты умереть? Хватает очков. Вот ведь елки. А, нет, стоп. Есть же еще. Есть. Все, сейчас ты умрешь. Лови. Суровые тут битвы, суровые. Так, мы нашли следы. Обратиться к амнисии. А, ну, нормально. Амнисия молчит, мы такие, окей. Собрались и двинули. Ой, сейчас меня тут убьют нафиг. Чувствую я. Угу. Угу. Так, ну где-то я эту карту уже видел, конечно. Ключевое слово где-то. Так, ну что ж, давайте выяснить, что как. Клиент нашего скитария, определенно. Так, и еще. Песенка, проблема в том, что у них там вон притарианец, который сейчас прилетит по мою душу. Так, что у нас тут такое? Прям праздник какой-то. Не достаешь? Обидно, да? Вот, а теперь... Нет? Ну, скотина. Ладно.
Здравствуйте. Нашли в кого стрелять, конечно. Так, ладно. Я уже определил тебя в клиенты Скитария, так что... Адовая стрельба, давай. Молодец. Так, давай выясним, ты кто? Так, ладно. Товарищ, я вам предлагаю получить дофига урона. Это можно считать дофига, да. Так, что это у нас? Физика. Или просто вмажу с топора. Вот, вполне адекватное ход действий. Так, там некого больше сканировать. А? В общем, вот так. Так, что у нас тут? Фиговые гимны. Кстати, а почему нет? И, собственно говоря, почему опять же нет? Давайте еще одного. Так, значит, это энергоброня, да? Ну, это тебе плохие новости, минус один брони. Минус дофига хп. Так, ну и как бы очков нету. Так, не хватает очков. Ну, давайте сделаем так, чтобы хватало. Так, ты не будешь подниматься сегодня. Так, там все померли, да? Да, чудесно.
Следующий. Не попадаю, жаль. Так, 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 так. Стоит ли мне гонять криптек или не стоит? Черт с ним, разберутся. Одно очко на добег можно и туда. Пусть он там стоит, черт бы как бы с ним. Не знаю, зачем это, но пусть будет. Так, валим. Все, в общем, валят. На следующий ход мы в теории все эвакуируемся. Ух, вовремя это я. Весьма, весьма вовремя надо заметить. Сейчас такое, уничтожьте всех врагов. Естественно. Че, только так? Нефиг мне тут рассказывать. Так, только техножрецов, да? Вот так. Так, ну кажется, кому-то сейчас не повезет. Так, вот
Опустить. Опустить. Добрый день. Офигеть. Это просто... позор на твою некронскую голову. Вот мы нашли нашего робота. Так, все это мы, естественно, рады, как не пойми кто. Да главное, дайте мне апгрейдов за это дело. Я хоть деньги-то отобью. Ну, похоже на то. Окей. О, мы нашли еще одного босса. Великий визирь, апгрейд Костеляна. И даже нормальный генератор рефракторного поля. Это, наверное, хорошо. Так, а вообще нам надо... так. Это еще у нас главный по защите. Так, давай мы тебе зафигачим хороший генератор. Так, 14 ранг, 13, 13, 15, 14. Так, то есть наши товарищи 13-го должны быть определенно улучшены. Не важно что. Ты учаешься авторемонтом. Да будет так. Так, верт поднять хватит? Где он там был вообще? Да. Чудесно. Ладно, пусть будет. Так, у него есть лишняя дырка под всякое. Пусть будет второй хороший. Так, и я учал... кого я еще учал? Шензе? Да. А где твой топор? Ладно. Ладно. Тебе тоже можно зафигачить нормальное рефракторное поле. И, в принципе, на этом все. Ладно, надо идти дальше воевать боссов, а то как бы не успеваем вообще.